обрезать, деревья обрабатывать. То есть администрация пошла навстречу, да, и поможет, да. Чтобы затемнение. А освещения здесь нет, электричества? Нет, свет вообще ничего нету пока, ничего. Это самый, наверное, тяжелый будет этап, да, потому что... Ну, если... Пойдемте, я вам покажу. Володь, сейчас пойдем посмотрим, в лавочке с тобой. Нам вот тут еще, понимаете, сейчас это закрыть. Вот закрыть. А что там? Ну там интернат вот этот. Вот нам вот тут кабель, они, понимаете, тут все протекало. И они все тут отключили. И вот нам все по новой приходится делать. Чтобы не было замыкания, они отключили, да? Да, да. Потому что мы их крышки не крыли, теперь возможно. Пойдемте, вот еще нам это сделать. Значит, отопление будем вот тут делать. Ага. Висеть. Много работы. Много работы тут не кончается. Вот это нам освободили помещение. Видите, тут все. Все забито, все. А здесь что можно сделать? Отопление нам делать надо. В первую очередь. Угу. Все разморожено. Брошено. Угу. Окна менять надо взять. Не, я понимаю. А помещение это как может использоваться потом? А, будет, как она, будем сюда стройматериал завозить, как склад. А, пока как склад, да? Да, угу. Сюда. Что будем завозить, то будем здесь хранить. Пока угу. Нам вот уголки пожертвуют, лес немножко, лес нам жертвует, песок нам жертвует. Значит, пока так вот. Если желательно вам сфотографировать, помощь нам очень, знаете, чем нужна? Что? Пойдемте, я вам покажу. Дверь мы вот переделали, тут дверь вообще без воды. Вчера до 7 часов вечера делали, вот железом обили. Угу. Немножко навесили, так вот. И желательно вот, чтобы нам помочь. Прям, чтобы нам